Всем доброе утро. Вот у меня осталось последние несколько кустиков цветущей лаванды. Максимально долго она у меня цвела, и сегодня я решила ее обрезать. Вот уже первые два кустика я состригла. Вот такие они у меня красавчики получились, кругленькие. Эти с правой стороны я ранее обстригла, когда только-только зацвела лаванда. Вот так. Этот кустик у меня зиму не перезимовал, я его еще ранее обстригла. Сохраню на память это цветение. Зимой буду пересматривать, как красиво цветет лаванда.